Привет! Всем привет! Всем привет! Так, мы с Софийкой идем в салон, там, где прокалывают ушки. Нет, не бойтесь, я не буду прокалывать. Ушки не будем прокалывать, но чтобы они не заросли. В общем, надевала я Софийке сережки мои, но они не идут. Но они более такие взрослые. Ой, Никуся! Мы пропустили, Ники в туалет хотела. Ой, сходили. На дорожку. Ладно, это не мы. Ладно, пропустим этот момент. И я хочу, пока уши не заросли, купить ей, пока не могу, не получается, золотые поменять, ну, новенькие купить. Хочу медицинские. Вот как только прокалывают ушки, деткам одевают медицинские гвоздички. Пока одеть ей гвоздики. Или посмотрю, у меня вот тоже гвоздики, но у меня золотые. Жалко просто на... мои, они уже на меня маленькие. И мне жалко на одну из застежечек тут закрутка. Они такие на закруточке. И одну закрутку я потеряла и так ставила такую... с медицинских заглушечку. Оказывается, ты ее потеряла. Да, жалко. Там такая закрутка золотая и такая немаленькая. Давай пока. Ага, переходим. Я говорю, ну почти сходим в салон, там, где мы тебе прокалывали. Может, у них можно просто купить сережки и одеть, пока походить первое время. Ходи, велосипед. Здрасте, девочки. Тю, я говорю, сзади велосипед. Папа, привет. Салют. А вы куда? По делам? Да, ну еду сюда. Я думала, ты уже уехал. Не, это я только это Сереге звонил. Серега, два раза вчера звонил. Что-то я не отвечаю, где попал. Ясно, Микки, пойдем. Они в Кирилловке отдыхают. А, на море уехали, да? Да, еще в субботу. Понятно. Это медуза, рубага. Много, да? Да, много. Кабаны, говорит, плавают, говорит, ты что? Она говорит, все люди стоят, чухаются, все, говорит, обожжены этими медузами. Представляете, на море, на Азовском очень много медуз, очень и очень. А ты говоришь, в Бердянске, да? Ну, по всему морю, всех людей жалят, так обжигают. А мы идем, Жень, за сережками. Я понял, туда. Ну да, хочу узнать, там прокалывают, если что, купить. А потом мне надо сходить в АТБ лаваш купить. Что там еще? А, Микки покушать купить. Потому что у нее еда закончилась. Ну ты давай, едь, давай. Давай, давай. Вот. Я говорю, отойдите велосипед. Я же не вижу сзади, кто там едет. А то Женя пристроился. Вот у нас, видите, АТБ рядышком. Мы чуть-чуть прошли. Кузька так любит на улице гулять. Ой, девчонка. Никуся, что ты все писюшки нюхаешь? Не нюхай, пойдем. А вот Элит. Да, нам тут рядышком салон Элит. Туда сейчас сходим. На улице сегодня жарче, чем вчера. Вот мы уже подходим. Я тут постирала. А маски я взяла. А ну подожди, маникюр. Пирсинг, татуаж, губ, косметология. Что я не вижу прокалывания ушей. Ну ладно, сейчас узнаем. Сейчас пойдем узнаем. В общем, зря мы пришли. Двери закрыты. Хотя сегодня не выходной, работают без выходных, не знаю. В общем, все закрыто. Что делать? Ничего не делать. Ля, траву подстригли, бардак какой. Ой, кошмар. А травой так и пахнет. Там мусора сколько, кошмар. Ну все, тогда пойдемте. Ой, тут столько стекол битых. Микусь, аккуратненько. Я расстроена. Расстроенная? Да. Все, София расстроенная. Ну я тебе, давай я дам вот эти гвоздики. Нет, они... Ну они золотые, будешь ходить. Я же потеряла золотые. Там за эти есть. За круточки и за щелка такая. А мне хотелось и свои. Ну я не знаю. Все, у меня настроение. Софии настроение нет. Не расстраивайся. Абрикос только валяется. Сзади носки. А как говорят, абрикос как грязи. В этом году урожай. Хороший абрикос. Ой, надо понюхаться. Цветочки. Ну не знаю. Хочешь в Еву сходим?
Может, там какие-то? Там есть. На время. Ну, понимаешь, они не медицинские, от них ушки могут, ну, гнить. От чего? Ну, бывает, не подходит металл. У некоторых даже от золота уши гниют. Да? Да, не подходит металл. Ну, у меня такого нету. Ну, нету. У меня золото, а вот сколько было... Ладно, сейчас зайдем в АТБ, мне надо папе лаваш купить. А потом пойдем в Еву. Ну, потом зайдем в Еву. Там есть мои любимые. Так, ну что, у меня лицо чуть-чуть подзагорело. Мама, София, ты на моё смотрела? София утром говорит: мам, зачем ты утром накрасилась? Я говорю: я не красилась. Она говорит: а что у тебя такое лицо? Я говорю: мы вчера загорали. Вообще, видео вы уже смотрели. Хорошо, мы отдохнули, вода. Вообще, прелесть. Мы даже такого не ожидали. Такая чистая, прозрачная, теплая. Вообще, класс. Очень понравилось. Хорошо. Все, пошли мы в АТБ. Давай я маску надену. Мы ничего не купили и в Елес. Там ничего не было. Там чего-то не было. Я взяла... Хорошо, хорошо. Так что Софийка расстроена. Ну, нету. Я очень... Значит, надо будет все, София. Соберем деньги и купим золотые. Так, пришли мы с магазина. Дали нам... Что это такое? Кто это по столам лазит? Ай-яй-яй. Что ты смотришь? Слезки потекли, балованушка, покупалась так уже. Ну, давай, ты показывай свое. Это я купила за свои денежки. Софийка пенал такой купила, да, классный. Холодный. Смотри, он прозрачный. Я знаю. А вот так? А вот так нет. Тебе тоже купили. Так, внутри он тоже вот такой красивый, переливающий. И еще я себе... Сейчас покажу, надо побольше открыть. Вот такую ручку. Это лебедь. Это фламинго. Ты же любишь розовых, да, фламинго? Так, точилочка удобная, она не сыпется. Угу. Ее можно поставить. Потом, и вот такие две ручки обычно. Мама себе купила, да? Да. Хорошо. Ладно. Так, все. А тут чуть-чуть я купила фарш. Потом покажу, что буду готовить филейный фаршик. Правда, наверное, суховатый будет. Ну, ладно. Так, Микуськи. Две курочки. Что еще? И лаваш. Все. Мы сегодня много покупки купали. Сережки не купили, София расстроилась. Ну ладно, София. Там даже в Еве. Мы лучше подсобираем и купим мы этот золотый. Так, нам вот мы были в магазине Мегасейл. Нам какой-то дали бонусную Ой, программу. Мама, что это выпало? Ручка раскрутилась. А. Нам колпачок. Да, спина. Так, София, когда я даруема от 5% від суми чеку, необхідний межин витрачає бонуси для оплати до 100% вартості товару. Это как? Не знаю, в общем, такой. Мама, я ложу в тебе эти ручки. Ну, у нас есть, нам давали карточку Мегасейл. Это София там купила себе пенал. Семейный магазин. Ладно. Мне очень нравится пенал. Красивый, другой, красивый пенал. Нет. Так переливается, и тут и розовый этот. Я, а сам прозрачный. Да. Класс. Знаете, почему я взяла желтую точилку? Потому что мой самый любимый цвет это желтый. Так ты все. Ну все, ладно. Ну, все, давай. Давай. Убирай свои канцелярии к себе. Иду обратно в магазин. Поставила воду варить Мике. Мясо. Открываю пакет, ванизма ужасная. Это ужас. Женя как понюхал. Прикол в том, что я когда забирала сдачу, я не взяла чек. Обычно я всегда чеки забираю. Ну пусть по камерам смотрят. И эта продавщица уже второй раз мне просовывает. Ту индюшину жопу мне всунула тогда на вес. Ладно, сейчас пойдем менять. Ну что, вернули нам деньги. Я же чек забыла забрать. Ну, в общем, девчонки мусорки нашли. Они говорят, мы без чека не можем. Ну, в общем, вернули. Они говорят, сегодня только получили товар. Ну, без проблем. Ладно, теперь иду в другой магазин. Зарекалась не покупать в том магазине, кроме сыра. Нет, снова купили. Но перед этим Женя покупал, были нормальные. В общем, купила Мике кусочек телятины. Потому что мне ее сейчас в обед кормить, они, ну, это мне так хватит. Ну, тут на сегодня и на завтра. Облом. Ну, ничего, все поменяли.
нормально. Они сразу, это чек. Я говорю, я его не взяла. Я говорю, проверяйте по камерам. Они говорят, вы в белом платье были. Я говорю, да, они, мы помним. В общем, все, варю. Ребенку кушать. Ребенок сидит, кушать хочет. Я же думаю, сейчас курицу раз-два быстренько сварю и все, Микусь. Ну, жди. Пусть проварится. Это как раз, кстати, телятина была. Золотой ждет, кушать хочет. Жди. Так что вот такие дела в магазине. Мне эта продавец уже когда-то что-то продавала. А, я вам рассказывала, индюшку всунула. Потом, после этого я что-то купила, и было тоже с запахом. И после этого я всегда покупаю пакет, когда завязывают, я говорю, не завязывайте. Я всегда нюхаю, потом уже рассчитываюсь. Ну, сегодня что-то так гляну, а оно на вид не обветренное, свежий товар. Потом же оказался не свежий. Вода закипела, а все, а оно воняет. Куда? Продавец, конечно, ни при чем. Я же пришла в магазин, а девочки-продавцы мне говорят, мы только сегодня получили товар. Ну, у них каждый день новый завоз. Ну, такое привезли. Ну, жара сейчас, хотя холодильники, ну, эти машины-то холодильники возят. Ну, бывает. Женя, это что ты взамен не взяла? Я говорю, снова вонючая, если там все привезли такое. Я говорю, Женя, вот тут там и не надо брать. Вот это ходите, сыр можно там, молочку такое покупать. Ну, вот. Кстати, молоко у них в пакетах продается недорогое. И вот написано срок хранения, например, ну пусть будет там до 2 числа. Вот четко сразу скисает молоко, прям вот положено в срок все. И все, все скисло, хорошо. Ну, значит, не это, не порошок какой-то, не подделка. Так, ладно, все, я с вами, наверное, сегодня буду прощаться. Буду готовить в следующем видео, увидите, новенький рецепт. Вот к нему все подкупила, фаршик купила, все такое у меня есть. Ну, в общем, не буду рассказывать, потом в следующем видео увидите. Все, все увидите. А на сегодня все, с вами прощаюсь, пока-пока.